Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Асхаб Тамаев, и сегодня я покажу вам свои новые автомобили. Вот, сегодня будем замерять их максималку. Вот первый автомобиль, вот второй и третий. Вот, как-то так. Ну, давайте приступим к первому вот автомобилю, тест-драйву его. Вот такой, собственно, автомобиль у нас. Едет он, конечно, быстро, вот. Не знаю точно, как он называется. И как сразу его увидел, сразу захотел его купить. Я же думаю, нам... Ой! Что такое? Чё они нам там... Это... Чё мне нравится, я не пойму. А, ну все, значит, их устраивает уже, я так понял. Так, ну, идем на обгон. Что они нам сделают? Ничего правильно они нам не сделают. Они никак нас не смогут догнать на нашем супербыстром автомобиле. Вот. Ой. Ничего страшного, они же нам не сделают, да? Ха, да куда ты едешь? Ай-яй-яй. Мужик, что ты сделал? Ты вообще в своем уме? Ай. Ну, а зато видите, о нашей машине хоть бы хны. Вот. Ну, я считаю, это ничего страшного, ведь у нас еще есть вот несколько автомобилей. Эта машина тоже как бы неплохая. Вот видите, как она едет? Это еще быстрее. Мы уже 110 летим. 130, 130. 145. И теперь нам точно ничего не сделают. А мы дальше едем. И нам все равно. Обгоняем, идем на обгон. Что ты мне сделаешь, а? И все, и дальше едем. Видите, и мы уже 150 летим. Не так ли классно же это? Согласитесь, как мы быстро едем. Вот. И никто нам ничего не сделает. Да, машина, конечно, классная. Но Жигулите, конечно, лучше были. Да куда ты? Ай-яй-яй! Походу, руку потянул. Ничего страшного. Ладно, ладно, давай, заводись, заводись. О, поехали, поехали дальше. Ай. Ну, давай же, что ж ты... Что с тобой? Не догоните, не догоните. Куда я что-то сломал? А, не-не-не, едем, едем. Продолжаем. Я живым не сдамся. Давай, едь, едь, едь. Все, едем дальше. Да, правда, машина чуть-чуть погнулась, но ничего страшного. Мы поедем дальше. Вот. Да, что-то ее дергать чуть-чуть начало. Ну, это же ничего страшного, я думаю. Вот. Интересно, доедем мы сегодня до конца карты? Да, что-то сегодня не вообще. Так, теперь тест на бездорожность. Пройдет ли эта машина тест? Она же спортивная у нас. Ну, пока что... Пока что что-то ее... Что-то ее... Хотя она довольно-таки хорошо проходит этот тест. Вот видите, как классно она его проходит. Хотя что? Ай-яй-яй! Что-то все-таки случилось. Ну, из-за того, что корпус нашей машины очень крепкий, мы можем продолжать дальше.
Но если вам, дорогие друзья, хотите следующую серию, давайте наберем по чуть-чуть лайков хотя бы. 10 лайков, если наберем, это классно будет. Вот. Что ты творишь? Ай-яй-яй. Ну ладно. Я думаю, на этой машине уже хватит ездить, потому что, ну, вы сами видите, она уже чуть-чуть поломалась. Что у нас осталась эта машина? Это я ее купил на аукционе. Ну и что ты мне сделаешь? Смотрите, как я смогу. И они мне ничего не сделают, вот. Так, ну, поехали дальше, давай, задний ход сдавай и поехали. Давай же. Вот, а ей хоть бы хны, видите? Так, тут, конечно, передачи трудно переключаются. Ой. Опять ты ко мне сюда полез, зачем? Какая пятая передача? Вы о чем вообще? Все, теперь видите, мы поехали все-таки. Вот, видите, как двигатель этот крутится? Вот, его можно вот до стольких оборотов крутить сейчас. Опа, все, переключаем, переключаем. Сейчас будем максималочку замерять. Да, опять ты мне тут под... Ничего страшного. Не догонят все равно. Так, видите, мы уже 90 едем. Да, машина, конечно, очень мощная. Так, куда ты опять? Ой, что там произошло? Он меня не догонит, потому что это самая быстрая машина. Опа, пятая передача, ребята. Мы уже 117 едем. Так, турбобуст, 120 уже едем. Первый полицейский пролетел не туда. Так, и тем временем мы уже стрелку положили, мы 140 летим, 140. Да что ты там делаешь? Куда он на встречку вылетел? Вы видите это? Что сейчас будет? Я просто промолчу. Ну, я считаю, КамАЗу хоть бы хны будет. Да, завораживающий, конечно, момент. Так, так, и давайте чуть-чуть еще замедлим. Смотрите, смотрите, что? Как это будет? Как это будет на самом деле? Давай. Капец! Так, я думаю, если мы эту машину сейчас уберем... Если мы сейчас эту машину уберем, то... Так, и что же с нашим КамАЗом будет тогда? Ну, я, в принципе, не удивлен. Сейчас он, я думаю, поедет. Вы понимаете, он с пятой передачи стартует. Где вы еще такое видели? Ну, давайте чуть... повыше оборотов сделаем. Так, все. Так, поехали. А ваши машины могут с третьей передачи трогаться? Вот. Так, ну мы все-таки на нем максималку так и не развили максимальную. Так, крутим, крутим. Так, а тем временем у нас скорость уже вообще... Это ужас. Ой, кто там был? А, вот он. Так, где он, где он? Он в кусты улетел. Нам ничего страшного. Вот видите, как она... Как я думаю, это самая пока что лучшая машина, которая была...
Так куда ты прешь? Так я думаю, мы скоро на ней до конца карты тогда едем. Да, подвеска тут, конечно, хорошая. Недаром такие машины делали для пожарников. Потому что машина-то хорошая, видите? Да что он опять делает? Что, самоубийцей хочет стать? У меня еще что-то... Руль начал... Под это... Так, форсаж, режим форсажа, давай, давай, давай. Гони как можешь. Что-то она перестала тянуть, как раньше тянула. Да что ж такое, что ж вы мне... Попадаетесь тут. Ничего страшного, мы продолжаем путь дальше. Ему хоть бы хны. Вот видите, если только решетку поменять, то и все. Да что же им так нравится? КамАЗы эти, что ли? Они фанаты их, что ли? Ну давайте им тогда вот автограф дадим. Мне это, в принципе-то, не сложно. Едем дальше. Хотя, смотрите, машина до сих пор набирает какие-то обороты нормальные. Опять они. Да что ж вам надо, вот, держи тебе. Мы доедем сегодня или нет, интересно, до конца карты? Я думаю, да. Смотрите, смотрите, как он чуть ли на стоп не намотался. Вот смотрите, как он намотался. О, нет. Походу, мы сегодня не доедем до конца карты. Что-то произошло. Что? Мотор сломался. Что я теперь делать-то буду? Ужас. Ну, я думаю, мы уже никак не уедем, дорогие друзья. Ну, ладно. Ладно. Если что... С вами был я, Фейсхакер. Всем удачи. Подписывайтесь, не забывайте на канал, потому что меня 99% смотрят без подписки. Всем удачи и всем пока.